И всем привет, мы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я открываю мини-ленту. Это я уже второй раз открываю вот такие миленькие пакетики мини-лента, вторая часть. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас пополнится к нашей коллекции. Давайте начнем отсюда. Так. О! В первый раз и новое. Это у нас сок J7, давайте отметим его. Апельсинный сок. Вот такой вот. Поставим его сюда. Так, вот здесь я сразу хотела это открыть, так как я не знаю, что это такое, очень крупное. Ого! Это туалетные полотенца Зева. Такие большущие. Давайте их отметим. Вот. Полотенца такие, кружочек. Хорошо, уже повторок нет. Так. Давайте откроем это. Шоколадка. Сникерс. Это у нас уже третья шоколадка. Вот. Ой. Отмечаем кружочком. Положим сюда. Так. Давайте откроем здесь. Что это такое у нас? Что это штука? А ну-ка. Ой, какое милое средство. Это гель для стирки. Ариэль. Давайте отметим его кружочком. Такой большой, красивый. Так, давайте дальше. Ой. Так, вот это у нас. Давайте посмотрим, что это. Ой, что это такое? Это подгузники такие детские. Фирма Хаггис. Давайте отметим, найдем их. Так. Вот. Здесь вот. Такая большая упаковочка. Давайте положим ее сюда. У нас уже 4 продукта. Из всех 4 только одна повторка. Уже хорошо. Еще один сок. Давайте его отметим. У нас уже 2 напитка. Давайте я вот рядышком положу. Так, давайте откроем вот этот пакетик. Что же тут? Вау, кошачий корм. Круто. Это кошачий корм Purina One. Давайте найдем его. Так. Вот и корм наш. Отметим кружочком. Такая большая упаковочка. И там нарисована киска. Положим. Что ж, давайте откроем теперь вот этот пакетик. Интересно. О, это пена для бритья. Как вы помните, в том видео она была. Такая пена для бритья. Nivea Men. Давайте ее отметим еще одним кружочком. У нас уже так много продуктов. Так, а что тут у нас? О, круто! Это Vanish Gold. Порошок такой. Давайте его отметим тоже. Это отбеливатель пятен. Давайте его вот поставим сюда. Я лучше положу его, чтобы вам было видно. Ой, как у нас уже много продуктов. Давайте еще откроем. Так. Та-та-там. Ой, что это? А, это молоко. Такое миленькое. Тут такой цветочек нарисован. Давайте отметим молоко. Ну что ж, нам остался последний пакетик. Давайте откроем его. Вау, это кофе! На удивление, нам попалось очень много новых продуктов. Я счастлива. Нам из всех повторок, которые нам попадались в тот раз, попалось только 2. Я очень удивлена. Мне очень понравились эти продукты такие. И все.
Всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!